приготовить свои ладони. Культурно-центр Вооруженных сил Российской Федерации и я, Эдуард Доронин, рады приветствовать вас в этом уютном, замечательном концертном зале. Сегодняшний концерт посвящен вам, милые, дорогие наши женщины. Итак, мы начинаем. Навсегда.
Детская шоу-группа «Взлетная полоса». Милая мама, спасибо за то, что ты меня вырастила, дала мне жизнь. Я тебя от всего сердца поздравляю с праздником, с 8 марта. И желаю тебе, конечно же, радовать еще долго-долго меня своей улыбкой и своим таким добрым, теплым взглядом. Годы пролетели. Помнится, мне было 11 лет. Мы с пацанами, как всегда, сидели на площадке у дома, играли в разные игры, рассказывали анекдоты. Пашка притащил сигарету отцовскую, пытался ее раскурить. Кашлял от едкого дыма. И вдруг мимо нас прошла она. Она мне всегда так нравилась, девчонка с 5-го Б-класса. Я так ее любил. Но сказать ей об этом я никак не мог. Но чтобы как-то показать ей свою любовь, свои чувства, я подбежал к ней, схватил ее за косичку и дернул. Но вместо того, чтобы обидеться, она повернулась, посмотрела на меня и так улыбнулась, что ее улыбка огоньком поселилась в моей душе. Каждый вечер я вспоминал ее лицо и думал только о ней. Как жаль, что я не мог тогда сказать ей заветное слово «люблю». Родимые дали в первый раз я запел про любовь, в первый раз отрекаюсь скандалить. Мне бы только смотреть на тебя, видеть глаз златокарий фону, и что прошлое не любя, ты уйти